привет! Сегодня приехали в Холон на выставку лего-динозавров в Холоне. Красиво так. Поведем детей на выставку лего-динозавров. Такая аллея красивая в Холоне. Как говорит Аня, как в Лос-Анджелесе. Сегодня 9 утра. Мы так рано встали, по-быстрому собрались, вовремя почти что успели. И у нас полтора часа, заранее нужно записываться. Всего полтора часа, чтобы успеть поиграть и посмотреть. И сегодня вот так. Вот так. Научилась отодвигать подальше палку. У меня эта палка полгода падает. Как-то надо научиться еще зафиксировать ее. Сейчас мы около лего динозавров сфотографируемся. Вставай, Анфиса. Опа. Падает палка. Лего динозавры. Оп. Анфиса в масочке. Дениска, Анфиса, маши. Очередь. Анфиса давно хотела, да? Анфиса хотела лего динозавров? Да, Анфиса. Сейчас. Да, да, написано лего динозавры. Брухима боим. Проходите. Ого. Ага. Вот это все из кубиков, да, сложено? Вау, все как. Интересно, там такое же красивое, как на картинках. Да, давай посмотрим. Так, еще очередь. Еще. Вон, рассказывают с Анфисой, что должно быть. Вон, надо бланк сюда заполнять. Здоровье, во. Из лего тоже. Там темно. А что сказали делать надо? Ничего не трогать? А? Трогать, это не ломать. Понятно. А нам хотелось, да? Да, Анфиса? А просто смотреть, что ли? Видимо. Это что, просто выставка? Кто тут, Анфиса? Иди сюда, смотри, лапка торчит. Лапка. Гляди. Вон, смотри. Торчит лапка. Динозавра, смотри. Дальше пойдем? Пошли дальше. Где глаз? О, там динозавр. Там закрыли в ящике динозавра. А здесь что, следы динозавра? Следы видела, Анфиса? Тоже все из лего сделано. Ну отпусти ее, пусть она под. Иди яички, хочешь потрогай яички? Что, из лего? Что-то не трогать ничего нельзя. Ребенок так хотел. Ну, в конце, наверное, будет что-то поиграть все равно. Будет он. Так, о, смотри, какой прикольный, Анфиса. Вау, какой крутой. Вау, все из лего. Как здорово. Круто. А вон маленький, Анфиса. Давай, давай, давай. Вставай, вставай. Ого, все, все. Как прикольно. Давай сфотографируемся, Анфиса.
вот маленькие. Все из лего сделано. Один человек строил 70 часов. И сколько ушло? 1500 кубиков. 2 килограмма. 1500 кубиков на вот этого динозаврика ушло, да? Мам! Ничего себе! А сколько? 70 часов. Вот это да. 70 часов это трое суток. Да, посмотри. Да, вот посмотри, сколько времени потратили. Здорово. Угу. Дальше идем. Алиса, что, без телефона? А, ого. Ну-ка, этот сколько? 800 кубиков. 73 часа. Ну-ка. Ага. Летает. Это летящий динозавр. Как он называется? Ага. Да. Там Марко что-то видела. А что у него? А, он кого-то съел, Анфиса. Съел. Стрекозу. О, какие большие, зеленые. Так, это 1200 кубиков. Два человека строили. 31 килограмм. Один час, что ли, сделали? Один человек. Нет, написано два человека. Мы, а. Ого, какой здоровый. Кто это, Анфиса? Так. 14 тысяч кубиков. Так. 59 часов работы, два человека строили. Вот этот зверюшка. Кто это? Листер. Ну я вижу, я уже все прочитал. 95 килограмм вешает. Ничего себе, тяжелее тебя, Дениска? Ого, кто это? Вау, какой огромный. О, интересно, сколько на него времени ушло. Так, женщина. 5 человек строили, 323 часа, 445 килограмм, 83 568 кубиков ушло. Вот это да. Я иду. Идем. Давай. Вау, брантозавр. Еще. Вау, какие красивые, такие яркие. Так, а ты сколько? На тебя сколько? 46 тысяч кубиков, 260 часов. Два человека строили, 260 часов, это на 24, 10,5 дней. Да, круто. Пошли дальше. Посмотрим, что тут есть. Красиво сделано. Вау, большой такой. Ну-ка, сколько? Сколько на этого ушло? Интересно. Сколько на него ушло? 63 тысячи, в принципе, немного. Три человека строили, 368 часов. Ну, это такая титаническая работа. Да, вообще, это такая работа титаническая. Вот еще один. Вау. Сколько? 42 тысячи кубиков. Вот с этим можно близко сфотографироваться. Дети кричат, боятся. Симпатично. Тут что? А вот летящий тут летит.
такой здоровый. Хотя он фотографироваться. Ага, вау, как он. А, пар идет. Где еще? А, тот летит, да, тот летит. Ой, ну этот, на этого сколько? 113 тысяч, 4 человека делали. Ого. Камушки даже сделаны, вот все лего. Ну, здорово. Интересно. Смотри, вау, фар, изо рта какой страшный, да? Страшный, боишься? Даже язычок сделан, все из лего, из кубиков сделано. Вау, красиво. Да. А, это пар идет оттуда, как будто он в тумане живет, да? Сейчас мы посмотрим, сколько на него потратил. Огромный динозавр, огромный. Идем, идем. 157-5 человек его строили. Идем дальше, идем, идем. Идем дальше. Вау, вот это просто огромный. Смотри, какой огромный, да. Еще. Еще вообще хвостатый. Это динозавры. Да, здорово, да? Так, сколько? А вот красный, да. Давай красного посмотрим. Вот тут типа проекция. Ну и что, смотри. А еще яички, да, да, да. Из маленьких вообще легочек сделал. Смотри, какой огромный, смотри. Иди встань, посмотрим. Одна морда у него какая. Анфиса, покажи свою ручку, ручку покажи. Вот. Какой огромный, одна морда какая. А, это его детеныш, да, это его детеныш. Вот такой здоровый. Интересно, сколько он метров? Не знаю, метров 7, наверное. Вау! Жалко, что не пишут, сколько метров. Сколько? 329. А, высота. Высота 329. Ой, ну это вообще не боишься? Молодец, не боишься. Тирекс. Вот тут игровая комната. А нет, еще не игровая. Иди сюда, Анфиса. Хочешь туда мордочку залезти, нет? Хочешь? Ну, очередь там. Вот машинка из лего. Все фотографируются. Ну, вышли в фойе здесь. Конечно, магазин лего игрушек. Они стоят как сбитый Боинг. За полчаса оббежали эту выставку, и время у нас с 9 до 10:30, значит, остался час поиграть. Идем очередь сюда. Майкрософт. Так, мужчина кричал, что мне пришлось прервать видео. Просто спросил сына, как у него дела. Ждем очередь на Лего Майнкрафт. Здесь вот этот дракон, которого Анфиса. Эндеменде дракон. Вот этот Эндеменде дракон. 170 шекелей.
цены, конечно. Вот было 500, стало 450. Просто кубику 170. Это выход с выставки, но обязательно нужно будет проходить мимо этого магазина. Думаю, мы малой кровью не отделаемся. Самое дешевое, что-то малюсенькое, стоит 50 шекелей. 50 шекелей, сколько-сколько разделить. Это 1000 рублей. Вот что мы купили: Анфиси, Эндеменда дракона. Сейчас я положу. 169 шекелей. Сегодня будут собирать. Все, поехали домой. Будем дракона собирать. Вот такой парк здесь, в колонии. Рекомендую, приезжайте. Пока-пока.